Монеты FIFA Ultimate Team на все платформы от Димы Кривенко. Качественное обслуживание, доступные цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Панда и Фикс, и сегодня у нас на канале будет Вагер матч. Будем играть мы против канала Лавсингер, ссылочка на его канал еще будет в описании. Играем мы на 1 миллион монет, платформа, если что, PlayStation 4. Так вот, специально под этот Вагер я собрал вот такой вот составчик. Немножко, конечно, спорная схема, без флангов, а как вы знаете, без флангов я играю очень херово, но ладно. Что-нибудь постараемся придумать, футболисты более-менее хорошие. Ну, конечно, Алука, возможно, вызовет некоторые вопросы, но за 37 игр он отдал 22 голевые передачи и 10 голов. Но он играл у меня в Сильвер Капе постоянно. Потом Акори, которым я буду играть первый раз сегодня, так скажем, заценим этого парня. Ну, еще на помощь могут выйти Валенсия, Эминики, там, Уолкот, Лалана, Катермол и Ануоха. В общем, состав готов, сейчас я немножко физики им придам, физическая форма, а то там некоторые пацаны у меня устали, и, собственно, сейчас пригласим своего соперника. Как вы знаете, у меня с вагерами в этом сезоне как-то не ладится, поэтому любой соперник для меня как какой-то киберспортсмен и целое испытание. Итак, законнектились мы с Лавсингером, и вы можете заметить то, что его статы намного превышают, чем мои: 85 защита, 87 нападения и 80 полузащита, чуваки. Чё-то мне страшно. Чё-то мне страшно. Давайте я буду играть в форме Реала. Посмотрим, что у него за составчик. Давайте. Ох, что ёбаный в рот. Откуда у вас у всех такие составы? Что с Акулом? Полностью, блядь, практически Тотти команды. Что здесь? Тотти, Роналдо, Месси. Я просто в шоке, блядь, чуваки. Я просто нахуй в шоке. Откуда у каждого второго такой состав? Так, Габриэль. Габриэль Старидж! Охереть, Старидж, блядь. Ну, что-то похоже на атаку мы уже сотворили. Это меня радует. О, нет. О, нет. О, нет! О, боже мой. Первая атака, первый гол сразу же, блядь. Ну, это пиздец, блядь, чуваки. Первый удар просто моментально, смотрите. Просто бам и гол. На что я рассчитывал, играя с таким составом, я не знаю. Но я не знал, что у него будет такой состав. Я понятия даже не имел, что он будет играть таким составом. Я думал, какой-нибудь лайтовый составчик сейчас будет. Так, Филайни. Филайни на Стариджа. Старидж на Рамироса. Рамирос. Рамирос, я вижу Стариджа, отлично. Старидж вижу. Вижу Акбалахора. Прострел, ну, кто-нибудь Акбалахор и... Сука, Нойер, почему прям в Нойера, блядь, мяч полетел? Старидж и кто-нибудь, блядь, никого нет. Но мяч еще у нас остается, чуваки. Мяч еще у нас. Мяч... Больше не у нас. Блядь, я только хотел ударить. Слишком долго я с мячом возился. И тут Криштиану полетел. О боже, нет. Это же пиздец, какая атака, чуваки. Здесь любой удар, наверное, будет голом. Только с нарушением останавливаем. Так, пока что мы атакуем намного больше. Просто у соперника был один удар Неймаром, и все, по сути-то. По сути, пока что игра на нашей стороне. Но вот реализаторы у нас чуть-чуть похуже, чем у моего соперника. Ну, как сказать, чуть-чуть, блядь. Намного, я бы даже сказал. Так, Филайни на Габриэля. Габриэль! Штанга, блядь, штанга, ёбаная штанга. И плюс офсайд. Так, Алука. Алука, чуваки, Алука, боже мой, что за удар. Охереть, какой отвратительный удар от Алука. Блядь, ну я знал, кого брал, да. Я понимаю, что реализатор там никакой вообще, Алука. Не-не-не-не, удар. Я не понял, как так Криштиану отвратительно ударил, но, к счастью, он так отвратительно и ударил. Отлично. Ну, пожалуйста, Фернандиньо. Блядь, ну куда ты бьешь? Попади ты в этот ебаный створ ворот. Все, первый тайм заканчивается. 1-0. Итак, чуваки, я меняю схему с флангами, поэтому надо атаковать. Так, выходит Лалана. Я думаю, у него пасы будут получше. Выходит Уолкот. И давайте вот так вот делаем. Валенсия выйдет вместо Акбалахора. Блядь, а больше-то замен нет. Пиздец, чуваки. Больше замен нет. Я, блядь, что-то не рассчитал. Теперь у меня Акбалахор стоит на фланге. Уолкот на Акбалахора. Акбалахор, удар и гол! Габриэль! Красавец! 1-1! Есть!
какой голец забивает Габриэля Гбанахор? Мы ответили лонгшотом на лонгшот, так скажем. И, к счастью, у нас Акбалахор не заменился. Он на левом фланге сейчас стоит вообще, посмотрите. Охереть, какой голец от Габриэля Акбалахора. Я верил в этого парня, я верил. Так, заброс на Криштиану. Стой, 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 стой. Нихера, у него Рабен вышел, чуваки, Рабен. Его вроде не было в первом тайме, какого хера? Так, неплохо. Неплохо, Габриэль, неплохо, неплохо. Валенсия, оу, блядь. Что за удар уебанский? Ёб твою мать, как так можно было ударить? Не-не-не, еще один заброс на Криштиану. На Криштиану заброс, это очень опасно. Не-не-не, еще один заброс, нет, выноси, блять. Как забросы так легко проходят, я не понимаю. Так, блять, Акбалахор пас, видали какой дал только что? Это пиздец, чуваки. ЛПшник, это, видимо, его родная позиция, он там так играет охуительно. Так, неплохо, я вижу Старидж, Старидж, давай-давай, Старидж, 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 забивай, Старидж, как? Ну как он не забивает один на один? Ну ёб твою, посмотрите. Нойер, блядь, Нойер вытащил. Так, Лалана. Лалана пас, блядь. Ну ёб твою мать, как же они охуительно там все перехватывают. Это пиздец, чуваки. Старидж с мячом. Старидж, ну, Старидж. Что такое? Я нарушил! Что я сделал? Что, мать твою, судья, ты делаешь, блядь? Что там было? Так, Валенсия с мячом. Валенсия с мячом! Штанга! Блядь, сука! Ну как так? Почему я опять штангу? Опять две штанги, блядь! Все, блядь, с ничейка. О, боже мой. За что мне это все, блядь? Опять, блядь, ебаные штанги. Две штанги, блядь. Ну, одна была из офсайда. Из офсайда, окей. Но вот это вот, блядь, это пиздец. На последней минуте, блядь, бьет в упор и попадает в штангу. В общем, мы тут так с Ваней подумали и решили, не будем играть золотого гола и не будем играть еще одного матча. С меня хватит, пожалуй, одного. Решили закончить все это дело миром. Вежливо обменялись двумя лонгшотами и решили, что у меня лям остается и у него лям остается. А потом мы еще когда-нибудь в следующий раз, собственно, катнем. А у меня на сегодня все. Спасибо каналу Lovesingers за игру. Ссылочка на его канал будет в описании. Перейдите, посмотрите Вагер с его стороны. А с вами был PandaFX. Всем спасибо за внимание. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И все у вас будет хорошо. Всем пока. Всем привет, дорогие друзья. С вами PandaFX. И сегодня у нас на канале будет обзор-летсплей на игру Rocksmith